Приветствую вас, друзья, на своем канале Деревенский Винегрет. И вот сегодня я решил начать уборку груши Аллегра. Сегодня у нас 13 августа, 23 год. В этом году урожай поменьше, чем в прошлом году был, но в принципе тоже неплохой. Многие начали трескаться, и при прикосновении они уже отваливаются. Вот видите, какие они в этом году симпатичные, они покрупнее, чем были в прошлом году. Но в прошлом году они были как виноград на грозди, усыпанный грушей. Вот видите, сколько их. Вот мы уже ведерко собрали. Вот видите, такие красавцы. Лучше все так показать, чтобы было видно, какие они хорошие. На вкус сладкие, сочные. Груша сама у меня уже 6-й или 7-й год. Видите, прекрасно переносит наши зимы, климат. Еще на нее у меня привита груша августовская роса. Я в том году снимал, вот они, но они более поздние. Хотя тоже как летние считаются. И вот здесь у меня привита, ну, вроде как брянская красавица. Но они еще дубовые совсем. Это уже осенний сорт. Пару веточек позапрошлом году я привила, а в этом году уже есть на них урожай. Посмотрим, какой он будет на вкус. Ну вот, в двух словах, груша Аллегра, летние груши. В этом году она у меня самая первая. Кафедральная-лада тоже красивая, но я сниму на днях ролик о ней. И чижовская тоже еще пока висит, зеленоватая. Аллегра в этом году самая первая у нас узрела. Ну вот, кому полезно, смотрите ролики, ставьте лайки. И смело в нашем регионе сажайте груши, и вы будете с грушей. При том, что груша в магазине стоит сейчас порядка 200 рублей килограмм. Считайте сами, выгодно выращивать грушу или нет. Спасибо селекционерам, которые выводят сорта для северных регионов. И она реально вкусная груша.